Катюшка прокачала. Викуська хочет скорее домой. Занимались дыхательными упражнениями, все было отлично. И сейчас, девчонки, поведу вас на обзорчик. И эта юбка оказалась не из шерсти, как мне показалось сразу же, но клетка и очень красивая расцветка. А вот вторая юбочка, это уже шерсть. Смотрите, как она красиво сделана впереди. Впереди замок и впереди маленький разрез и декор в виде трех пуговиц. Клетка белая с черным, длина ниже колена будет у нее. Размер, по-моему, девчонки, где-то 14, вот такой, ну что-то 12-14, а может даже и 16. Замеры, если кому-то надо, схожу, сделаю. Дальше, вот такой кардиган светлый, 80% шерсти. Это 14-16 размер. Немного он сбит, потому что как для меня 14 и 16 размер был бы очень велик. А когда я его примерила, то он оказался даже и как раз по мне. Плюс еще пояс к нему идет светло-серого цвета, без пуговок. Извините, что в спортивном костюме, вы видели, что я после тренировки, мы с Викуськой заскочили буквально на час и очень спешили домой, поэтому я не снимала эти спортивные штаны, в которых пришла, а все, что находила, меряла поверх них, ну так уж получилось. Вот эта длинная туника, бело-снежная, тонкое руно, это вискоза, есть карман один внизу прям, разрезы по бокам на шнуровке, вы его еще увидите сейчас в примерке. Вот этот свитер, написано размер XL, но, девочки, он как для XL очень мал. Скорее всего, плохо постирали неправильно и он сел. Вот точно такой же вариант, неправильно постиранная шерсть. Шерсть стирают в 30 градусах, и я знаю, что многие об этом забывают просто иногда. Вот классный кардиган, девчонки. Темно-синий с таким, как какао цветом, и там 80% шерсти, большого размера 2XL. Вот этот комбинезон привлек и мое, и Викино внимание, как в новогоднем стиле, или как пижамку в теплую можно его дома тоже носить. Смотрите, какой свитер-полувер горчично-желтого цвета. Впереди идет рубчик, по бокам разрезы средней длины. На меня немного велик, это как 50-й, наверное, 52-й размер. Если бы сел в груди получше, на кого-то поплотнее, он бы вообще шикарно смотрелся. И здесь 30, по-моему, процентов шерсти. Сейчас посмотрим. Размер XS. XS даже, представьте, а смотрится таким большим, как бы. Белый кардиган, тунику я взяла все-таки в примерку. Нравится мне она, и хотелось бы вот под белые джинсы. Я бы ее взяла под белые джинсы, и у меня даже дома есть белый кардиган тоже. Помните, с альпакой, он у меня есть на страничке. Вот сюда вместе в комплекте они посмотрелись просто здорово. Ну, не под спортивные брюки, конечно. Ну, очень классная туничка. Тоненькая такая, приятная к телу. 75% вискозы и 25% полиамид. Ну, такой у нее состав. Ну, класснюшка. И на 50, и мне кажется, на 52 размер бы она села тоже. А вот это бомба-граната моего выпуска, девочки, нашла кашемир. За сколько времени я нашла кашемир? Боже, посмотрите, какой он воротник хомут, два кармана такие внутренние у этого свитера. Размер где-то XL, наверное. И дома уже я нарядила на них бусики. Кстати, бижутерию я тоже купила. Кто спрашивал, смотрите дальше мой ролик, потому что я купила бижутерию, девочки. Все будет у меня в Инстаграм, обязательно увидите. 100% кашемир этот свитер. Он неимоверно классный. И к телу, и по внешнему виду. Тоже отправлю его на страничку Инстаграм. И на сайт Шафа. Кому интересно, пишите сразу под видео.
все замеры пропишу. Если не успею выставить фото, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Instagram. Туда фотки я закидываю даже раньше, чем выпускаю видео. Вот такой жакет, куртка-ветровка в стиле милитари. Очень привлек мое внимание. И вместе с этим свитером кашемир я их вам сейчас продемонстрирую. Посмотрите, как это круто смотрится. Ну, брюки, естественно, сюда хочется надеть другие, черные, например. И вместе это бы был такой шикарнячий комплект милитари, в стиле милитари. Вау, мне понравилось. Даже девочки в магазине там засмотрелись, когда я примеряла этот комплект вместе. Несмотря на то, что это были просто спортивные штаны. И затянула она в этот день на, по-моему, 195 гривен. Эта куртка 290 гривен был килограмм. Вот эту рубаху, да, уронила чуть-чуть. Это Индия. Это в отделе больших размеров я нашла. 80% хлопка. Размер 20. Видите, индийский. Вот этот жакет на одну пуговку застегивался. Шерсти нет. И даже не было бирки с составом. Это размер XL. Удлиненный такой, классный. Вообще мне так понравился он. Не примеряла. Дальше платье. Платье, чулок. Футляр. Как он правильно называется, это платье такое в облипку? Напомните, напишите в комментариях. Целая книга с составом, по-моему, есть вискоза. Кому интересно, ставьте стоп-кадр, могу приобрести это платье, отправить. Дальше, вот эта шикарная блуза, 55% лен и 45% вискоза. У меня есть темно-синие льняные брюки, все никак, девчонки, не выставлю на свой магазинчик, забываю. 20 размер, я ее пойду куплю и сделаю как комплектом, покажу вам, наверное, ее потом в дальнейших видео своих. Попалась мне косметичка Ted Baker, 120 гривен. Это был уже оцененный товар. Смотрите, какая кроха и такая симпатяшка. Такие нежные розы на нежно-голубом фоне. Дно немного испачкано розовенькое или помадка, или что-то такое. Но я думаю, оно ототрется, там нету проблем. Вот такой зайка для декора. Классный такой, 80 гривен, правда, вообще так дорого. Такой манюха и 80 гривен стоит. Ну, интересный, забавный заяц прям. Вот такая зелень тоже привлекла внимание. Отчасти сняли для Кристины, так как она, когда фотографирует фото работ ногтей клиентов, ей нужен какой-то фон. И для фона вот эти веточки тоже бы ей идеально подошли, но... Тоже цена 80 гривен, извините, 3 пластмассовых веточки 80 гривен. Нет, это мы не приобретали с Викулькой. Викулька у меня была в помощниках. И, наконец-то, бижутерия. Девочки, симпатичное вообще вот такое ожерелье под серебро. У него сколько блеска, но снимала уже не при дневном свете и плохо камера передает. То ли скрепка с такой завитушкой, то ли что это, не знаю. Шикарные бусы, легкие, из пластмассы. Но как они смотрятся обалденно. Есть цепь, которая их немного удлиняет и делает короче. Это кому как больше нравится. Под шею, ниже опустить. И вот эти вы уже видели на кашемировом свитере только что. Нежно-голубые бусины и цепь под серебро. Думаю, тоже их выставлю в свой магазин. По обуви попались вот такие кожаные детские ботинки. 11 размер. Почему 11? И какой это наш размер, сейчас вам не скажу. Кто знает, напишите. Они как и для девочки, и для мальчика. Это осень-весна. Есть замок, есть липучка. Без утепления. Понятно, для зимы они не пойдут. Но состояние новых у них. Тракторная подошва. Не скользящая, это вот если сейчас малейший гололед, то их еще можно поносить. И в грязь тоже, я думаю, можно. Дальше, вот такие коричневые, очень большая, широкая, вот эта голень, как назвать, район голени, не знаю, как это правильно называется, напишите, но вот верх именно сапога очень широкий, и еще сзади встает
прострочена большая резинка, прям на пол ноги. Это вот у кого широкая ножка. Девочки спрашивали, размер 40-41 у них. Большие, но и не натуральная кожа. Пыталась я их понять, нет, не натуралка. Есть маленькое пятнышко у этого правого, сейчас я его вам покажу ближе. Белая сдертость такая небольшая. В целом остальной вид у них приличный, достойный. Вот видно белое пятнышко на правом ботинке с внутренней стороны на сапоге. Ой, вот эти вообще, девочки, Марк Поло. Огромнейший размер, написано пятерка. Пятерка, я понимаю, это 38-й, Италия. Но я ношу 39-й, и они на меня как раз даже с запасом. Вот 39-й, даже с половиной, я бы сказала, у этих сапог. Каблук широкий, носок широкий. Смешнюче смотрятся, но кожа такая классная, лак. Вот эти, натуральная кожа, 37-й размер, не ботфорты, кажется сейчас на видео, что они очень высокие, нет, они будут ниже колена, и вот здесь носочек немного подстерт, если поймали, увидели, вот и вверх, кажется, похож на ботфорты, нет, но на самом деле они не очень высокие, ну прям не до колена, а вообще заходила я сюда, в этот секонд-хенд, вот за этой курткой-ветровкой. Она такого приятного цвета, бордо, но такое тусклое бордо, хлопок, состояние новой, и эта вещь мне приглянулась. Единственное, что в примерке я поняла, что она велика на мне. Это, девчонки, вот у кого 50-й, а может даже и чуточку с хвостиком. Очень лаконичная куртка-ветровка. Обалденная. В общем, все, что понравилось, пишите в комментариях, заходите на страничку Instagram, на страничку Шафа. Если успею сегодня, то выложу фотографии. Нет, пишите в комментариях все, что понравилось. Куплю, отправлю, как всегда, Укрпочтой. Уже многие со мной так сотрудничают. И я думаю, всех все устраивает. Ставьте лайки, не забывайте. Пока-пока.